Непростая ночь выдалась у передвижной милицейской группы Ермакова и Мосина. Сперва в их машину врезались трое бандитов, один из которых погиб, а двое сбежали. А вскоре тело второго преступника непонятным образом оказалось в багажнике патрульных, а с ним и сумка, набитая деньгами. Когда служба и опасна, и трудна. Триллер «Патруль» в среду вечером на телеканале «Самара ГИС».